Дима. Да. Привет. Мы на Кулан, остров в Таиланде. А вот у меня киса. Лизонька, а только вот что в море красивый. Искупалась. Много людей, народу. Да. Мы попили кокосиков. Поплавали вот в таком море. Поплавали на волнах. Как впечатление от моря? Сегодня оно нормальное, волны хорошие, купаться можно. Вот. А загорать можно, но не нужно. Да, все ходят в такой защитной одежде, потому что и солнце, конечно. Ну мы не, мы частично в одежде, частично нет. Ну, мы подождем, пока солнышко будет не таким ярким, и будем тоже нежиться на солнышке. Вот так вот.